сыграй, моя гармошка, да на полный разворот, как советские гвардейцы взяли принцип в оборот. В первых рядах самые важные зрители – ветераны военной службы. Выступать перед ними – большая ответственность. Каждый участник индивидуален, и выбрать из них лучшего жюри оказалось нелегко. За кулисами ребята совсем не волнуются, а на сцене они настоящие мужчины и призывники. Отвечают грамотно на все вопросы, поют песни и показывают себя в мастерстве. Не только сценическом, но и военном. Председатель Анапского совета ветеранов Анатолий Гапонов в жюри не первый год. Но такого количества зрителей на конкурсе видит впервые. Мы наблюдаем такую картину, что больше и больше людей приходит на патриотические мероприятия. Это приятно, потому что в годы войны именно патриотизм помог Советскому Союзу одолеть фашиста, под которого легла вся Европа. Роман Кусмарцев мечтает попасть на флот. Он уверен, что на молодежи лежит огромная ответственность за будущее всей страны. Каждый мужчина должен сходить в армию. Поменяется характер, дисциплина. Я думаю, есть только плюсы в этом. На конкурсе Роману до победы не хватило совсем чуть-чуть. Результат – второе место. Поражение принял достойно, по-мужски. И обещал, что на следующий год обязательно победит. Больше всех за Романа и остальных участников переживал ветеран военной службы Иван Григорьевич Денисенко. Молодежь наша находится на правильном пути. И есть уверенность, что они будут честно, добросовестно служить Родине и выполнять свой служебный долг. Лучшим призывником года 2015 стал Максим Кузнецов. Третье место у Кирилла Грибкова. Участники показали, что к армии готовы.